Я вспомнил, что нужно идти стримить, идти к вам. Меня это очень сильно разозлило, потому что, боже, как же вы мне надоели. Честное слово, уже не могу, вот тут вот сидите. Настолько я вас люблю, да, конечно. Угу. Вот, Mates, сейчас я посмотрю, зайду на страничку в Steam. Игра у меня еще даже не куплена, потому что ее пока что невозможно купить. Так, Inmates, опа, ее уже можно купить. Опа, она уже даже вышла. Так, хорошо, значит, мы в нее поиграем в тот момент, когда мы с вами закончим играть в Darkwood. То есть спустя где-то 2.5 часа. Вот, такие дела. Что за музыка играет? Не скажу. Не скажу, потому что вредный и даже в чем-то поганый человек. Они сильно отличаются, они все отличаются не сильно, просто разные фразы. Just stop! Just stop it! Stop! No! Just stop it! Вот, короче, такие дела. А третий там у него вообще истерик. А давай я вам третий сейчас покажу. Не, во. Я не знаю, что это за чувак. Stop! I'm sorry, mom. Атмосферу нарушила, да? Ну, у нас вот такая атмосфера. Чат мне постоянно говорит, что я все неправильно делаю. Ну, на самом правильно деле. Делает, чатик молодец. Вы в сговоре, в преступном сговоре. Хотите, я вам покажу тогда, что мне Даша купила? Мажитель. В твоем желудке. Метель. Тупое. Тупое какое-то. Так, пойдем. Хорошо. Хорошо. Кого они нам присылают? Мальчик съебался. Всю ночь он пиздил что-то о каком-то Марике. Это то ли его младший брат, то ли сын. Не знаю, от скуки или от стресса у него начался такой словесный понос, что, блядь, это невозможно было выдержать. Третью ночь подряд. Мы пробовали его успокоить, но это же, блядь, мальчик. Лучше не рисковать. Я залез в спальный мешок с головой. Я бы лучше задохнулся в собственной войне, чем дальше слушал этого ебаната. Когда стало тихо, я понял, что его нет. Он ушел рано утром и забрал всю экипировку. Еще 3 литра воды, спальник, радио, пистолет, горючее, любимый огнемет и свой везучий камень. Оставил только одежду. Мы думаем, сообщить ли об этом? Никому не улыбается перспектива искать в лесу психопата с огнеметом. Хотя бы он ночью не вернулся обратно. Мы сообщили об его исчезновении, на поиски пришлют 7 людей. Мы возвращаемся туннелем. Я умру сейчас! Лечись! Грибы. Самая, сука, сраная проблема этой игры. Блять. Почему сохраняешься, если ехать... А, ладно. Это новый хоррор, да? Лол. Чё, не на канале? Я сейчас на канале прохожу только то, в чем уверен на 100%, потому что... Хорроры на канале, хорроры вообще на ютубе сейчас мало кто смотрит. Первую серию, да, потом нет. Потом нет смысла. По 30-20 тысяч на второй-третьей серии, это уже как бы клиника. What? What? Что происходит? Это мои шаги? Я не пойму, я чё, в деревянных башмаках? Эй, я тут игру про тюрьму вроде покупал. Что это за херня? Пойдем. Что за игра? Это темная лошадка.
Ну, игра так не называется, просто не совсем понятно, что от нее ждать. По трейлеру можно сказать, что оно одновременно может быть и хорошим, и плохим. Мужчина, что тут происходит? Игра от Дэвида Адриасяна. Дэвид, а у вас брата Сарика нет, случайно? Боже, игра про дебила, реально, я не понимаю. Мне нужно найти лестницу на первый этаж. Я теперь понимаю, почему у меня были такие сомнения. Я сразу чувствовал, что что-то вот такое будет. Ну, то есть... У, блядь, ладно, хорошо, может быть, ты неплохой хор. Следуй за мной, папа! Что за черт? О, сука, сейчас ты у меня получишь. Ладно, ну, типа... Клые мужики, сука. Ой, хорошо. Экзорцизм. Джек Шепард. Что аж слезки. Серьезно, вы говорите, почему хоррор не смотришь тот или иной? Я половину хорроров, которые записываю, я их не выкладываю, потому что вот такое. Так, может геймплей начнется, типа, не попадись охране там. Выглядит нужным. Дебил, ты только что... Я могу выйти, игра сломалась. Нет, я только что позвонил. Seems to be useful. До свидания, короче. Ладно. А, сегодня стрим получится покороче. Ну, как покороче. Сейчас мы пойдем к Тёме, будем играть в PUBG. Потому что это какой-то сраный пиздец. Я не могу по-другому назвать игру, которая... вот так вот работает. Я просто не хочу наиграть в ней больше 2 часов, потому что я хочу вернуть за это деньги. Потому что это не стоит никаких денег. Игру делал один человек, что поделать. Да, но ты бы знал, как мне ее расхваливали всякие там вот эти вот. Типа, поиграй, посмотри, пройди на канале. Вот я бы начал проходить на канале, и это началось бы. Ты не представляешь, что. И где-то, наверное, 80% хорроров, они вот такие. Их не то, что смотреть, их играть невозможно. Вот, в общем, музыка? Музыка. Вот. Поэтому сегодня, в общем, вот такой стрим получился покороче. Зато завтра мы с вами будем играть весь день в White Day и Darkwood. Darkwood, может быть, завтра не будет, но White Day точно будет. Может быть, с ним будет что-то другое. А может быть, будет какая-то новинка. Сейчас я пойду к Тёме, потому что сам я PUBG не стримлю, потому что он у меня не работает. Ты спички просто не взял. Хорошо.